Закат над древними руинами. Меня всегда очень впечатляли закаты. И до сих пор впечатляют. Вновь вспыхнул зарей. Умирающий день. Скользи, растворяясь. Последняя тень. И небо манит, как янтарное зелье. Сверкает гранит заброшенной кельи в вымершем городе. Вечный покой. Ветер колышет. Деревья полы, теряется ясность на грани миров, проекции в плоскость всех наших оков. На фоне вулкана руины Помпеи, моделью обмана. Сеньор Робинзон, в полупьяном угаре беспамятных дней я бежал от себя, как в ночи воробей, и понять я не мог, как подкидыш чудной, что откроет мне Бог и что будет со мной. Я искал вдохновений в перекрестках пути. И желал приключений до кипящей крови. Я попробовал много, но не все ощутил. Мне бы ближе до Бога, но я все грешил. Компромиссами травя жизнь. Компромиссам не веря ни своим, ни чужим. Опостылил себе я. Сам себе не любил. Ну а теперь вот судьба тормознула в души. Промеж двух континентов, в таламанской тиши, между двух океанов, на границах двух стран, среди плантаций бананов и лесных обезьян, я залег. Все не так. Жизнь летит, как в угаре. Суета суетой. Лишь застрявший в тумане обернешься собой. И привалит тоска. И защемит в груди. И захочется плакать. И куда-то уйти. Вновь прожить был бы рад то, что было давно, но вернуться назад никому не дано. Ностальгию по прошлому, по ушедшим друзьям, по любви и по родине ни за что. Не могу совместить я две жизни никак. Коста-Рика и Крым. Как бордель и барак, так и маюсь в разъездах. То ли цыган, то ли казак. И хриплю, как Семёныч. Все не так, все не так. Такой интересный стишок, значит, он немножко длинный, но надеюсь, я его так прочитаю, чтобы не было тоскливо.
называется амбитендентность. Переведите. Амбитендентность – это такой психиатрический термин. Сейчас зарядим какой-нибудь. Сейчас съезжает на автомобиле, съезжает ему, у вас противоречивое чувство. Это там есть. Амбивалентность. Значит, амбивалентность синоним амбивалентность. Это двойственность состояния и двойственность отношения. Из серии в психиатрической практике, когда наблюдаешь за пациентом, когда пациент сел и тут же хочет встать. Встал, тут же хочет сесть. Значит, если определить словами, это двойственность отношения к чему-либо, в особенность двойственность переживания. Эпиграф. Народная мудрость. Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. С детской завистью к пионерам конкисты я мечтал найти затерянный мир, читая взахлеб о походах и битвах, во сне летал в Парагвай и Памир. Я грезил прорваться, как храбрый Кортес, с вершины увидев сразу два океана. По тропам Тибета взойти до небес, почувствовав плотью, что такое нирвана. Пешком обошел все каньоны и яйлы. Я в родном моем крае, милой Тавриде, дотянула меня. Влекло и манило за берег турецкий к самой Антарктиде, через Африку знойную, морские просторы, мимо айсбергов белых и до южных широт. Так хотелось прорваться сквозь железные шторы. Кругосветный на шаре, совершив перелет. И вот, наконец, улыбнулась судьба. В новый свет отлетел отщепенец совдепа. Встречая туриста, сидит голыдьба, беззубыми ртами, улыбаясь нелепо. Бутафорский пейзаж расписан пространно. Смуглянки с надеждой все сверкают глазами. Бесконечный водик. Бежит через страны, увлекая креолок, вертящих задами. За ними слащаво бегут их партнеры. Слюнявые рты растянулись в улыбках. За действием пристрастно следят режиссеры обрядов вуду, колдуя на рыбках. Банановый рай распростет океаном. Потеряться легко в лабиринте плантаций. Кроссворды традиций, ни кривых, ни прямы, и ребус прогнозов, как список кастраций. Здесь тайное братство решает судьбу. Тотальный контроль от газет до сортиров. Кому еще жить, а кто будет в гробу? Магистр расписал не для внешнего мира. Привыкший всегда идти на рожон, никогда не боялся ни систем, ни машин. Оглянувшись, увидел, что я окружен подавляющим блоком сексуальных меньшинств. Оказался незваным вдруг
в гостях и у сказки, затерявшись в чаще легендарной Макондо. 100 лет одиночества в инвалидной коляске с последней надеждой воспарить, словно кондор. Жуя рис и фасоль, травлю атмосферу, на гора выдавая лишь декаданс. И кроме надежды, храню еще веру, что душу мою никогда не продам. Разметал я капусту, как уголь и круп. Тот, что путь проложил в Саргассово море. И все без оглядки прожигаю в дыру, ни копя в кошель, ни на жизнь, ни на горе. Метеором сгорая, проносится лето. Со вздохом печальным, тоскою по Крыму, озираясь вокруг, все считаю приметы, что доброй дороги суля пилигриму. Теперь снова мечтаю обратно в дорогу, с лайнером шумным отлетим в старый свет, чтобы страпа торжественно спустить свою ногу и первому встречному крикнуть: «Привет!» Кто-то, может, что-то хочет сказать, я не знаю, Алексей Алексеевич или Владимир, чтобы немножко разбавить, потому что когда так грузит поэзия, спросите у человека что-нибудь. Или у кого-то есть какие-то вопросы, немножко, чтобы сделать небольшой перерыв, и иначе просто как бы слишком интенсивно, просто на небольшой перерыв. Есть вопросы, вы очень довольны жизнью? Я очень доволен своей жизнью. Но ностальгия, конечно, иногда мучает, да? Ну, в связи с тем, что я каждый год бываю дома, сейчас так сильно не мучает. Какие-то были периоды, когда сразу трудно было уезжать, по каким-то там причинам, в общем-то, рабочим, финансовым и так далее. В общем-то, это, да, грузило больше. То в связи с тем, что каждое лето я здесь, в общем-то, так сильно это не грузит уже. Вы там в городе живете? Живу в городе. Недавно Путин там был, и его попросили там прожить. В Никарагуа был. Еще один. В Коста-Рике он не был. Он был в Никарагуа, он был рядом. А, в Никарагуа. Вот. Но как-то увязали это дело. Так я смотрю ваши слайды, горы там и прочее. А где же там канал-то? А, это слайды самые разные. Здесь слайды больше из Перу, из моих поездок по Перу. Причем там больше были, я смотрю, на озере Титикака и Амазонка.